Всем привет, друзья! Вы на канале Воин. 15 октября на арене Barclays Center в Бруклине состоится вечер бокса от PBC, который возглавит поединок Дуонтея Уайлдера против Роберта Хелениуса. Бронзовый бомбардировщик подходит к этому противостоянию из серии с двух досрочных поражений от Тайсона Фьюри, в то время как Хелениус дважды победил Адама Кавнацки. Согласно событий, Кали Плант и Энтони Дирелл пройдут претендентский поединок по линии WBC во втором среднем весе. Прямая трансляция поединка будет осуществлять Fox Sports Pay-Per-View. Главное событие бой Уайлдер-Хелениус начнется 16 октября, примерно в 7:00 по МСК и Киеву, и 10:00 по Астане. Также 16 октября в Мельбурне состоится вечер бокса от компании Top Rank, который возглавит реванш абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни Джорджем Камбососом. В июне Хейни уверенно победил Камбососа единогласным решением судей. Но несмотря на это, австралиец решил воспользоваться прописанным в контракте опцией реванша. Прямая трансляция вечера бокса будет осуществляться на ESPN, Sky Sports и Megago. Главное событие – бой Хейни Камбосос 2 начнется примерно в 5:30 по МСК и Киеву и 8:30 по Астане. Диллиан Уайт 26 ноября проведет поединок с американским проспектом Джермейном Франклином. Как утверждает источник, Уайт претендовал на бой с Даниэлем Дюбуа, однако захотел получить за поединок 3 миллиона фунтов. Компания Queensberry Promotions отказалась платить эту сумму, потому что бой может состояться за неделю до следующего поединка Тайсона Фьюри. Поединок Бахадира Жалолова в Ливерпуле 15 октября отложен из-за непредвиденных обстоятельств с его соперником Ариэлем Эстебаном Бракамонте, сообщил организатор вечера компания Пробелиум. Компания Matchroom официально анонсировала поединок за вакантный титул IBF в первом легком весе между Шавкатом Рахимовым и Зелфа Барреттом, который пройдет 5 ноября в Абу-Даби в шоу Бивол Рамирес на DAZN. Супер-тяжеловес Арсланбек Махмудов выйдет на ринг 16 декабря в Канаде на вечере бокса промоутерской компании Of The Tiger. Соперник будет объявлен позднее. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. И подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока.